Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Шара Тудей. Проект суперский, проект работает, платит, развивается, друзья. И он работает за счет рекламы. И хочу обратить ваше внимание, вот сейчас он рекламирует как бы кошелек LetPay. Нажимаете вот на эту рекламку, и вас перебросит на волшебный кошелек. Так, первый фастовый волшебный кошелек. Здесь можно как бы вкладывать, делать депозиты и на этом же зарабатывать. Так, а перейдя, так, вот процент начислений 108% за 24 часа. Так, от 1 до 35 долларов. Создать кошелек нажмете. Я же здесь уже зарегистрирована. Регистрация, вот создать кошелек. И, к сожалению, показать я не могу. Я уже зарегистрировалась. Значит, и вот так вот он будет выглядеть изнутри. Вот это ваш будет счет. Так, номер счета. Вот, ну, как в Payeer, например, да? Значит, аккаунт. Здесь вкладочка «Пополнить». Различные платежные системы здесь очень много. Значит, это можно переводить, делать перевод, номер счета, комментарий. Выбираете, что вам, рубли, USD. Нажимаете «Перевести». Значит, история, вкладочка «Мои партнеры», будет находиться ваша партнерская ссылочка. Так, и здесь присутствует баунти-программа. Можно заработать на баунти. Всего будет выплачено участникам 10 тысяч рублей здесь. И начнется баунти-программа только с 25 мая. Здесь можно будет за пост в Telegram получить бонус, за пост в ВКонтакте, Facebook, Twitter. Далее подписи на MMGP, на, так, и баннер на MMGP, за видеообзор можно получить бонус и написание видеообзора. Так, значит, вернемся в Шара Тудей. Так, как бы мне теперь вернуться? Так, секундочку, сейчас зайду. Так, значит, я зашла себе в кабинет здесь, так, и нам здесь дают бонусы, значит, раз в час. Я вот получала бонус вот недавно только, и у меня на балансе 10 рублей, и на днях я делала вывод, проект платит, я буквально делала это 6 мая, так, 6 мая 19 год, это поздно вечером я делала, перевод выполнен, 59 рублей я выводила, комментарий «Ауто», значит, и вот эту сумму минимум на вывод здесь 10 рублей. И смотрите, письма, получайте письма на письма по 1 рублю, указав свой Payeer кошелек. Нажимаем, прописывайте свой Payeer кошелек, нажимаете «Сохранить», так, значит, ну вот бонус. Далее что? Так, бонус и партнерская ссылочка у нас. Так, партнерская ссылочка. Так, главное. Вот видите, сколько вот здесь рекламы, за счет рекламы как бы, значит, оно и работает. Так, аккаунт. Подписывайтесь на наши группы. И так, вот здесь вот партнерка. Вот получить бонус партнерка. Нажимаем. И вот здесь ваша находится партнерская ссылочка. Я же хочу вывести 10 рублей. Так, минимальная сумма на вывод 10 рублей. Вывод на анонимные Яндекс кошельки невозможным. Так, значит, выберите, что я выбираю. Payeer. Сумма, вписываю 10. Так, ну давайте 10.30. Нажимаю создать.
Далее. Так, ожидает подтверждения. Нажимаю подтвердить. Статус выполнено. Сейчас я перейду на почту и проверим. Вот, обращаю ваше внимание, примечание Auto. И я вам показывала на Payr кошельке тоже от Auto. Так, сейчас мы перейдем на почту. А что на почту? На кошелек. Я вам покажу вывод. Дата операции 9 мая 2019 год. Перевод выполнен. Сумма получения 10.20. Комментарий Auto. Платит инстантом. Все супер. Кому интересно, присоединяемся абсолютно без вложений. Также можно здесь рекламить свои проекты. Нажимайте «Реклама». И нажимаете «Создать Payr рассылку», как бы, да? Текст рассылки, количество адресатов, тут минимально вот написано, цена к оплате, это за одну рассылку, я так понимаю, 30 рублей. Ну, сколько у вас тут будет количество, например, да, и тут будет уже стоимость. Нажимаете «Создать». Так, здесь новости ВКонтакте, есть еще ВКонтакте группа, значит, перешли они как бы, да, сейчас на новую группу, смотрите. Значит, пока мы не доделаем наш новый сайт, в котором будет удобный монитор, будем размещать информацию о проекте, то вот нажмите на ссылочку и почитайте. Так, советуем всем почитать. Мы прошли уже 3 круга в LetPay, а также один круг вот здесь, как я и обещал. Зарабатываем на пассиве. Сделав реинвест в оба фаст-проекта и пошел отмечать, пока мои деньги работают. Так, поставим лайк. И что у них здесь? Конкурс. С праздником всем, с Днем Победы. В честь этого праздника на этой неделе решили разыграть не 1000, а 2000 рублей. Самый честный рублевой кран. Заработок без вложений шара туда и разыгрывать деньги. Все, что вам нужно сделать, репост этой записи, и ровно через неделю 4 человека получат по 500 рублей. Победитель будет определен в программе. Вот сюда нажмете на ссылочку и попадете вот на такую страничку «Розыгрыш от Шара Тудей». Так, победители будут определены через 6 дней, ну, идет отсчет времени. Вот, так, и что я хочу сделать? Репост, естественно, этой записи, но мне как бы не везет в таких лотереях. Ну, вдруг. Правильно. Так, я скопировала такую вот, приглашаю свою реферальную ссылочку. И я сейчас сделаю репост этой записи. Нажимаю. Так. На своей стене. И вот, приглашаю, и своя реф-ссылка. Поделиться записью. Запись опубликованная. Так, сейчас перейду на свою страничку. И вот у меня запись. Нажимаю закрепить. Перезагружаю. Все, у меня запись опубликована. И в закрепе. Ну, вдруг, правда? Вот, повезет. Ну, в принципе, на этом все. Приглашаю в проект без вложения. Я сюда ни копейки не вкладывала. Я периодически его ввожу. Я не могу делать по каждому выводу видео, как бы записывать видео, да. И вступайте в Telegram, ВКонтакт, чтобы быть в курсе новостей. Здесь постоянно розыгрыши какие-то. Вот, и хорошие проекты рекламируют. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, естественно, будет следовать. Буду периодически мониторить Шару Тудей. До новых встреч!